Ребята, я предлагаю вот на таком вялом настроении. Смотрите, подождите, а мы же получаемся вчетвером все. Как в анекдоте, знаешь, на необитаемый остров попали армянин, русский, украинец. Ну да, понятно, я знаю этот анекдот, конечно, хороший. А, слушайте, но хорошо, что есть возможность вот обсудить какие-то газеты, да, что у тебя там? Ха, смотри, на Бали свои газеты есть. Это как бы Бали... Это из Индонезии, да, балианская газета на Бали... А, Бали... на балийском можешь говоришь? На... Да, на балийском. На балийском. Ну, прочитай что-нибудь из газет. На вот. Балявском. Значит, что пишет газета «Вечерний Арпангданданда»? На днях... Ну, что я буду переводить? Какой? В эту? В верхнюю? Да. Откуда они Манучарова знают? Не знаю, это пишет их корреспондент Светлана. Вот Светлана. А теперь переведу для жителей... Далекой России. Да, вот посмотрите, пожалуйста, фотографию. И новость такая, что на Бали прошла крупная полицейская реформа, конкретно связанная с одеждой балийских полицейских, чтобы туристам было приятнее с ними общаться. Видим, поэтому, значит, у них будут новые оранжевые машинки полиции. Вау. Да. Красота. Значит, красные галстуки и красные шляпы шерифа из штата Арканзас на Бали. Классные очки, красные нагрудные веселушки. И, в общем... То есть Саша Цикало у нас будет в костюме полицейского выходить, да? Подожди, смотрите, раньше как было на Бали? Раньше полицейский подходит, говорит, пройдемте. И как-то не хочется идти, потому что человек не позитивный, не веселый. А не пойду, говорит. И человек не пойду. А на Бали же как? Если а ведь... иди ты сам, порой говорят туристы из далекой северной страны. А на Бали ведь как устроено? Если полицейскому говоришь, иди ты, он уходит. И именно туда, куда ты ему сказал. А теперь все по-другому. Праздник. Сейчас праздник. А теперь полицейский говорит, пройдемте за мной. И веселой лесенкой из ламбады. Та-та-тан-тан-тан-тан-тан-тан. За полицейским все идут. Самое главное, начало ламбады. А тюрьма, знаешь, какая, Сереж, три звездочки написано. Тюрьма веселая, и опять три звезды. Это все мигает, как в Лас-Вегасе. А из тюрьмы уже... Там суровые условия. Там они на хлебе и мохито все. Следующая новость. Есть давайте меня, вот у меня как раз эти свежие мальдивские газеты. Слушай, мне знаешь, какое ощущение, что мы, так сказать... Смотри, как смешно пеликан схватил туриста из Прибалтики. Тот просто медленно его. Тот и не заметил. И медленно его. Тот и не заметил. Потащил. Рассказывай, какие следующие новости, Серега? Так, мальдивскую оппозицию обвинили в колдовстве. Интересная новость? Очень. Интересная. Оппозицию? В Мальдивах есть оппозиция. Полиция разогнала акцию протеста оппозиционной мальдивской демократической партии. Один из участников митинга бросил сотрудников местного аналога ОМОНа проклятую курицу. Почему я смотрю на Сашу, держу его за руку? Откуда они узнали, что курица проклятая? Есть вообще две проклятые курицы. Вот одна на Мальдивах, а вторая на Курском вокзале в гриле. Крутится там, катается. Как они определили, что это та курица с Курского вокзала, которую заворачиваешь в лаваш и выступает в пентаграммы на лаваше? Цена 666 рублей. Гарик, как интересно цвет твоих носков совпадает с цветом магии на Мальдивах. А как интересно цвет моих брюк совпадает с настроением Саши. А как интересно. Это действительно интересно. Так, да, Саша один пробовал эти ягоды. Подождите, оппозиция, проклятая курица, Собчак на Мальдивах не отдыхала? Где-то у меня еще. Слышишь или нет, тут шутка была. Дебил, влазишь, блин, это раз в полгода. Давай, Саня, лупи второй раз. Саш, а у тебя есть ли какая-то новость? Есть. Кроме того, что... Подагра лечится в Швеции. У меня удивительная новость. Смотри, енот делает чайке татуировку. Слушайте, пятилетний мальчик залез в оставленный включенным любовником матери компьютер. Подожди, любовник матери... Сложно подчиненное предложение. Любовник матери пришел, включил компьютер оставил. И ину мать любить. И оставил ину мать его, любить. Да. Ину мать любить. А ребенок... А ребенок... А ребенку, и да. принялся за мать. А да. ребенок говорит, на Mail.ru зайду, погоду посмотрю назад. А любовник матери, когда приходит, он все в доме включает. Не ему же платить коммунальные услуги, понимаешь? Так вот. Он включает воду горячую, все, пока компьютер. Любовник был занят мамой. Так. Мальчик не терял времени даром. Он начал делать ставки на интернет-сайте Spreadex. И малютка проиграл ни много ни мало 50 тысяч фунтов. Которые принадлежали кому? Любовни. Матери. Нормально. Так ему и надо. И папа мальчика купил ему велосипед. Да. Все правильно, нет. А маме сделал ванну со скипидаром. И включенный фен туда, хоба. Да. И искры такие. И теперь скипидар нет. Щиплет. Ребенок на велосипеде. Красота. Друзья, у меня есть новость.
Слушайте, новость удивительная. А, саудовская принцесса задолжала парижскому отелю. Принцесса Саудовской Аравии. Она еще и со мной не рассчиталась. А ты рассчитался с ней? Сереж, когда к тебе подходит и говорят... Когда тебе подходит женщина на вокзале и говорит, что она саудовская принцесса... Она тебе говорит, что Аладдин, возьми меня в свою страну, это не значит, что она саудовская. Можно я вам помогу, вам доесть шаурму? Аладдин, можно я вам посмотрю? Аладдин, я буду с той стороны. С той стороны шаурму есть, Аладдин. Я с этой, а Аладдин, мы в середине поцелуемся. Потри мне лампу. Потри мне лампу, Аладдин. И возьми мне джин с тоником. Вот это ситуация. Друзья, подождите. Принцесса Саудовской Аравии, которую зовут Маха, ну, кстати, как и твою. Маха, но Маха, фамилия у нее другая, потому что у Сережкиной Маха грудастая, а здесь Аль-Судаини. Аль-Судаиня барыня, саудовская песня. Аль-барыня, аль-барыня, аль-судаиня, барыня. Там дальше вахшляге, вахшляге. Аль-судаини пыталась улизнуть из парижского отеля, не заплатив по счетам. Вот смотрите, внимание. А еще говорят, когда сумма задолженности подобралась к 6 миллионам евро, чего? Аристократка принялась паковать чемоданы. Теперь смотрите, друзья. То есть, когда было 5,6 миллионов евро, никто не маловался. Да все равно, господи, ну она же принцесса. Когда 5,900 уже зашевелилась охрана. Ну так, говорит, может быть. Зашевелилась, но не проснулась. И вот менеджер, представляешь, 6 миллионов долларов. Он поднимается наверх, открывает, и он понимает, что 6 миллионов висит на нем. И он еще такой, ах, эта сучка еще и халат истырила. Ну, итого 6 миллионов 30 долларов. Сережа, а ты сейчас, по-моему, подобрал слова, да? Ну, Сережа. Слушайте, но 6 миллионов евро это гигантская... Бля, кому-ка, она еще и халат стырила с тапкой. Нет, Сережа, не до конца ты раскрываешь свои карты. Нет, говори правду. Сережа, не... Била халат. Теперь, когда от нас отключился Химмаш и Уралмаш... Теперь, когда от нас подключился Химмаш и Эльмаш, ребята, привет. Ребята, я предполагаю, вот так 6 миллионов евро – это гигантская сумма. Единственный случай был в гостинице «Заря», когда сам директор пытался уехать из отеля. Да, когда из отеля хотел... Он задолжал в гостинице 6 миллионов евро. У принцессы есть принц, он, наверное, оплатит. По поводу принца, вот тут все написано, смотрите, ребята. Оказалось, что принцесса лишилась финансовой поддержки бывшего мужа... Принца. Певца потому или... что он застал ее в момент с любовником, когда ее 5-летний сын сидел в интернете. Подумал на себя. Это начали связываться новости? Начали новости все связываться. Может и скупнуться? И тогда она поехала на Мальдивы. Иди, Серег, нырни. Давайте. Ну что, Серег? А есть еще такие вялые новости летние? Вялые новости. Слушайте, а вам не кажется, что... Что-нибудь острое, что душновато? Душновато. Слушайте, душновато, потому что мы, как дураки, сидим на солнцепёке. Без шляпы. На солнцепёке. Это ты предложил. Да, я предложил, я и перепредложу, Саш. Перепредложи. Давай, как говорили мои предки, жившие в Женеве, айда в горы. Ух ты, в горы? Давайте махнем в горы, да. В Альпы. В Альпы? В Альпы можно разве Альпы. Так взять и махнуть в Альпы? Да, конечно, можно махнуть в Альпы. Вот свежий воздух. Ой, подуло уже. Что-то стало мне прохладно, ребята. Подождите, дайте-ка я укутаю ноги пледом. А я хотел достать плед, а он упал в пропасть. Сейчас Симбернар принесет мне плед. Слепой. Спасибо, Кирилл. Симбернар Кирилл. Симбернар Кирилл. А я буду точечно, я не буду раскладывать, буду точечно греть. Вот так. Кусочек. Так, ребята, какие еще Лёна, новости? У тебя в пледе костер, поэтому тебе это удается. Какие новости, Саш? А у Игоря Николаева в детстве были вот такие вот. Что здесь вообще? Ребята, чем живет сейчас Европа? А я вам скажу, чем живет Европа. Европа живет в чемпионатом Европа живет. И вот смотрите, у меня какой уникальный документ в руках. В Украине. Подожди, Украина. Подожди, ура. Ребята, у нас есть несколько минут, пока Сашу не забрал Кондор. Беркут, а не Кондор. Саша, нет. Сейчас, до 40 лет мог зарать Беркут. Сейчас Беркут не справится. Это украинская уже Кондор. Альфа. Потому что дети Кондора сказали мне, хотим этого из большой разницы. Но сказали это на языке перуанских кингов. Пусть он наши яички греет, да. Значит, ребят, поехали. Смотрите, какая новость пришла из Украины. Милиционерам в Украине раздали памятку работнику органов внутренних дел. Таким образом, некоторые из них вспомнили, в каких органах они работают. Брошюра называется «Встречаем Евро-2012». Ух ты! Страница запретов называется «Для милиционера недопустимо». И вот у меня есть полный... Запреты для милиции во время Евро. Абсолютно 2012, верно. Абсолютно Саша, верно. Да. Итак, что нельзя делать милиционерам Украины во время проведения чемпионата Европы 2012? Итак, щелкать
подсолнечные и тыквенные семечки. С чрезмерным увлечением наблюдать за спортивными соревнованиями и другими развлекательными мероприятиями в ущерб службе. Плевать на улице. А как они? А как люди узнают? Сжимается кольцо. А как люди узнают, что это представитель как власти? Как работать-то тогда? Употреблять алкогольные напитки и уточняют для тех людей, которые подшились. В частности, пиво. А пиво даже нельзя? Принимать пищу в людном месте. А раньше можно было это? Подожди, секунду. В людном месте нельзя. Безосновательно отказывать в помощи тем, кто нуждается. А когда дяденька, помогите, меня насилуют. Не уверен. Я иду покупать Ягуар в магазин. Я иду покупать Ягуар, потому что пиво нам нельзя. Невнимательно, безразлично и грубо общаться с коллегами и гражданами, открыто осуждать и насмехаться над человеком. Смотри, как норвежец застрял под эскалатором. Над его обычаями, одеждой, поведением, которые существенно отличаются от обычного в Украине. А это над любым человеком. И, наверное, самый важный пункт, который полностью замыкает круг, который сжимается вокруг украинских правоохранительных органов. Выпрашивать сигареты и сувениры у иностранцев. Все, сейчас никто в полицию не сейчас пойдет. Сейчас все уволятся просто. А в Украине полиции нет, Сереж, там милиции. Эти требования возникли после поведения одного какого-то человека, да, полицейского? Нет, это была норма, а сейчас ее поменяли. Который, вот такой. Дай жвачку. Сэр, дай покурить, месье. Вот этот. Друзья, значит, я предлагаю сделать вот что. Эта новость не требует сама по себе комментариев. Просто пускай наши зрители далекие. Поэтому пока мы читали, зрители уже придумали сами шутки. Этот способ Леона Измайлова не работает здесь. Я скажу, а вы дошутите дальше? Я вам прочитаю, а вы придумываете шутки. Потому что он забил. Ребят, странная ситуация. Мы, с одной стороны, и не отдыхаем, потому что все время что-то делаем. Но, с другой стороны, мы и не работаем, потому что... Как друзь, когда решает кроссворд. А в студии-то у нас сейчас хорошо, пироженки дают. Слушайте, пироженки, мы что... О, так что, пошли в студию, пошли в студию. Дураки-то сидим здесь, если можно в студию. Сколько можно взять тут сидеть? Где наша студия-то? Ух ты! Ой! Дайте. Друзья, сразу же, да вот первая новость, я не знаю. Сразу же в бой. Да вот, смотри, новость, газета «Известия» сообщает, смотрите. Эмир Кустурица, балканский кинорежиссер. Подожди, мой любимый кинорежиссер Эмир Кустурица? Наш любимый. Это ты вопрос сам себе. Твой любимый кинорежиссер, который про тебя и слыхом не слыхивал. Пишет. Скоро я закончу роман о Достоевском, который называется «Мой дорогой Федор». То есть, как бы схема та же, что в «Простоквашино», но полностью по мотивам. После чего я начну снимать фильм. Кустурица будет снимать фильм про Достоевского. Ребята, так это же новость. Так, может быть, позовем либо Достоевского, либо Кустурицу сюда за стол? Давай бросим кого? Жребий. Давай. Нет, давайте, подождите. Федор Михайлович Эмир. Федор Михайлович Эмир. Федор Михайлович Эмир. Эмир разрезает бумажку. Нет, Эмир как бы отрезает Федора Михайловича все не нужно. Кустурица по сердцу. Подождите, сейчас, может быть, через Достоевским замутится, подожди. Не идет, что-то не идет, тогда у нас в гостях Эмир Кустурица. Здравствуйте, дорогой Эмир. Здравствуйте. 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 О, как приятно, а? По-украински так. Вы тоже, судя по всему, уже готовитесь к отдыху. I'm very often going to the vacation. Я очень часто езжу в отпуск. Каждый месяц, дня на три. Три дня в месяц? Нет, каждый месяц ездит на месяц на отдых. Собрались. Знаменитая воронежская схема отдыха. Эмир, будет фильм про Достоевского или это по преступлению и наказанию, на самом деле? Я не совсем просто понял из новости. You know, I just spoke to Dostoevsky, and we are still thinking about how. Вы знаете, я только что говорил с Достоевским. Мы еще думаем, как это все будет. Мы не решили. We have a frequent communication. Мы с ним часто общаемся. Я знаю, я видел вас возле метро Достоевского, вы кричали в трубу там.
Эмир, я бы хотел предложить вам сделать лучше. Давайте мы представим, как может выглядеть фильм, ваш фильм, который вы срежиссировали по мотивам произведения Федора Михайловича Достоевского. Я просто представляю, как начинается фильм. Например, маленькая цыганская деревушка на окраине Петербурга. И идут веселые, яркие похороны старухи-процентщицы и ее сестры Елизаветы. Все танцуют, смеются, поют. Появляется Раскольников. Его играет Джонни Депп. Джонни Депп выходит и поет. Ну они ж цыгане. Питерские цыгане знаменитые. Не, питерские цыгане поют. И нисколько мы с тобой не постарели. Still better gypsies than Germans. Ну, лучше цыгане, чем немцы. Это... Действительно, Федор, Родион Раскольников. Федор Раскольников — это сын Родиона, которого он назвал в честь человека, который придумал его самого. Знаменитая схема. Немногие знают, но Раскольников — это сын Достоевского. Конечно. И более того, отец ему нашептал: сходи, убей свою мать. Там сложная схема. И, кстати, это хороший сценарий для фильма. Убей своего отца. Правильно, убей своего отца. Убей своего отца, убей свою мать. This is the Это припев, надо придумать припев. Это совсем другое. Убей своего отца, убей свою мать. Ведь скоро лето. Фабрика звезд. До свидания. Фабрика звезд. Убей свою мать. Фабрика звезд на первом. Главное, чтобы все было весело. И крупный план курицы, которая клюет зерно. В финале. И пробегают две кошки. Черная и, чтобы не повторяться, черная. Каны выиграны сразу же, все. А потом уже могут на кинотавр взять. В неофициальную программу. There are different methods. There are different methods how you can make кочки to play properly. Как заставить всех играть как надо. Number one is to tie their legs. Особенно кошек. Прежде всего, можно связать им ноги. So when they move, they do it continuously. Чтобы когда они двигались постоянно and в одном ритме. They come on the stage, you и take перед them тем, and you try to move them like как this. Они выходят на сцену, берете их и вот так, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Stage, и потом, когда они появляются уже, они просто загипнотизированы. Нет, давайте расскажу вам о Достоевском. In my film, there is no Раскольников. В моем фильме нет Раскольникова вообще. Правильно. There is a... НАТО убивает старуху. НАТО убивает. In my movie, a young film director. В моем фильме молодой кинорежиссер, это я, когда был молод. I'm working what I don't want to do. I want to create crime and punishment. Я работаю, но я хочу создать преступление и наказание. Это происходит в наши дни. I meet a Russian tycoon from Saint-Petersburg. Я встречаю русского олигарха из Санкт-Петербурга. Says, I want to invest into your movie. Который говорит, я хочу вложить деньги в твою картину. But there is one condition. Но с одним условием. You have to kill my wife. Тебе нужно будет убить мою жену. So, kill my wife, I'll give you $10 million. Убьешь мою жену, дам $10 миллионов, снимешь свою картину. Спасибо огромное, Эмир, дорогой, за то, что вы поделились с нами этой идеей. И на такой веселой ноте мы... Не на такой веселой ноте. На такой веселой ноте, конечно, в принципе, все сказано. Спасибо вам огромное, друзья. Эмир Кустурица. Отдыхайте летом хорошо. Спасибо вам большое. Удачи вашему фильму. Спасибо. Спасибо. Друзья, у нас реклама на первом канале. Не переключайтесь. Да, не переключайтесь. Сегодня у нас в гостях Александр Розенбаум, ребята. А вот так! Добро пожаловать, здрасте. Добро пожаловать, Александр Розенбаум. Вот, как говорится, а вот и боцман. Александр Яковлевич, мы сегодня фантазировали над тем, где проводить отпуск нам. Вы думали, где вы будете проводить свой отпуск? Конечно. Я очень люблю, когда тепло, когда жарко. В студии всегда тепло, в студии всегда лето. Я буду в студии. Вы будете в студии? В студии. Ну, так, чтобы пожарче, это можно... Ну, смотрите, тут есть как чтобы бы... Чтобы пожарче, можно в студии НТВ в какой-нибудь. Можно. Где ад снимают сериалы. Там есть. Александр Яковлевич, а мы вот тут подумали, и, знаете, известных людей попросили написать нам, где бы они хотели провести свои летние каникулы. И у нас есть огромное количество... Вот, сочинение на тему, как я проведу лето. Как я проведу будущее лето, да. Друзья, давайте. И вот у нас есть
Много разных... Как я проведу лето? Я и лето проведу. Сергей Мавроди. А у меня, смотрите, есть. Этим летом хочу съездить на море. Но непонятно, что с погодой будет. Глава гидромедцентра Роман Вильфан. Это точно, да. Этим летом поеду в Германию, ложусь в больницу на месяц. Нужно почистить печень. Самуэль ЭТО. Мне он очень понравился. Смотрите, где я проведу отпуск? Эти 15 суток я привык проводить в Москве. Я там всех знаю. Это кто написал? Это Сергей Удальцов. А да что? А вот смотрите, у меня все лето буду учиться. Посижу за книгами. Попытаюсь разобраться, что входит в обязанности полпреда по Уральскому федеральному округу Игорь Холманский. Да, а вот у меня, смотрите, Ваня Ургант летом занят. Может, летом вместо него я махну с Познером в Германию? Вроде подружились. Дмитрий Анатольевич Медведев, председатель правительства Российской Федерации. Если по властным личностям, то вот мы с Валентиной Ивановной Матвиенко очень дружим. Мне нравится, вот смотрите, как турист. Ведь туристам всегда только хорошее показывают. Хотел в Европу, но боюсь, что визу не успеют сделать. В Сочи дорого. Буду думать. Владимир Путин. Этим летом меня не будут показывать по Первому каналу в сумме 4 дня. Надо что-то придумать. Иван Ургант. Будто какой-то зяблик светлоголовый где-то прокричал что-то. Я наоборот представил. Этим летом у меня, посмотрите, сочинение. Подожди, давайте послушаем вялого Дутыша, да. Это уже малахитовая заточка в питерскую почку. Ты, боцману-то не прикрывайся, Юнга. Этим летом Ваню не будут показывать по Первому каналу в сумме 4 дня. Надо что-то придумать. Есть шанс, Сергей Светлаков. А еще есть какие сообщения? Этим летом я буду за границей, где нет комаров. Ведь комары – это единственное, чего я боюсь. Николай Валуев. Ну как, он не боится, я знаю. Он боится, просто он не знает. Ты где? Мне больно везде. Ты где? Выходи, как мужик. Человек не знает, куда бить, да. Выходи, как мужик. А ну-ка, пролети сюда. Сюда пролети. Хоботом в хобот. Двоечка. Хобот. Удар по хоботу. Касается, если спорта касаться, планирую разбить отпуск на две части. Так. В июне 2 недели в Польше отдохну, а в августе 2 недели в Лондоне. Мут копишь. Да. Кстати, вот вы напомнили про спорт. Я хочу сказать, что первая игра нашей сборной прошла со сборной Чехии. И ребята прям нормально. Так, давай, мы договорились эту тему, не обсуждаем. Впереди еще две игры. Все впереди, ребята, ничего не говорим. Ребята, держим кулаки, давайте поддержим наших. Я хочу... Все будет хорошо. Чтобы не сглазить. Сереж, вот еще одно письмо. Ребят, вот это потрясающе. Почувствуйте это все. Этим летом я виноградную косточку в теплую землю зарою. И лозу поцелую, и спелые грозди сорву. И друзей созову, на любовь свое сердце настрою. Иначе зачем на земле этой вечной живу? Александр Цикало. Ну, у меня еще есть одно сочинение. Вот это лето будет, да? В руках. И адский отжиг. Бомбочка, их со скалы. А ну, расходись там. Эх, и в центр дискотеки. Лишь бы был здоров. Это вы говорите как врач. Знаете что, давайте... А Ваня, как театральный актер, лишь бы был здоров и с улыбкой на лице. Человек, понимаешь? Не надо вот ля-ля. Летом люди должны отдыхать. Хочу предложить как раз ля-ля. Вот раз мы уходим в отпуск, и надо же спеть. Весело спеть. Интересно, какую песню, какого композитора будем петь? Александр Яковлевич, я предлагаю спеть... Что-нибудь есть из великого? Ну-ка. Из такого, из своего. Будем писать. Дорогие зрители, мы будем петь для вас. Пошли. Готовы? Александр Яковлевич. Считаем. Считаем. Так, отключите гитару Розенбаума, мне включите. Поехали. И во сне, и в бреду, в 62-м году,
Сюда и пряжку от ремня начистив, как всегда до блеска первый пласт, первый джаз. Я пошел в четвертый класс, это было очень интересно. Первый пласт, первый джаз, я пошел в четвертый класс, и это было очень интересно. Мама с папой, врачи, не дремали стукачи. Рассказал от переменки анекдот я про Никиту. И в 11 лет повели на худсовет. Обошлось, но дело было шито. А на Невском людей газировка везде. И Стрельцов все сидел, бедолага. Кран-дитоп облетал, красный флаг прославлял. Но ведь не было лучшего флага. Но ведь не было лучшего флага. С песней шел на парад дружный пионер-отряд, и дрожала вся округа, что лишь бор металлолом, а старый вор Никанор так любил, на что на спор утащил два сейфа из обкома. А в цирке новый сезон, год уже как сезон, загорает у два спины летчик. И на дачах опять все набрали опять, и весны были белые ночи, и светлей были белые ночи. Было все это так, дом мы плавили металл, и меняли дудочки ребята на крыша от Битлз. И пока я в кафе нес ее большой портфель, управдом засаживал свой литр. Абель в раз облысел и туфлёю при всех колотил наш генсек по трибуне. А Куджава гремел, но на нашем дворе был я самый крутой семиструнник. Был я самый крутой семиструнник. В 62-м году сотой пряжку от ремня начистив, как всегда до блеска первый пласт, первый джаз. Я пошел в четвертый класс, это было очень интересно. Первый пласт, первый джаз, я пошел в четвертый класс, и это было очень интересно. До свидания, увидимся осенью. Александр Розенбаум, Jazz Dance Orchestra, Прожектор Пэрис Хилтон и Александр Цикало. До встречи осенью, пока! А также специально приглашенная звезда из США.